обручами. Напомню для тех, кто только присоединился к просмотру нашей трансляции, что команда Украины по результатам первого финала занимает второе место. Очень часто используемые в репертуаре гимнасток художниц Боди из группы Queen. Синхронный выход с пируэта раньше здесь надо было гимнастки. Мелкая ошибка, но не обязательно замечена судьями. Элементов скакалки, завязанные узлом композиции. Это не специфичный для скакалки использования предмета. Судя по композиции, могут обратить на это внимание. Столкнулись две скакалки, и одна была последствия этого столкновения потери предмета. Чуть-чуть не хватило усилий девочкам завершить композицию без ошибок. Синхрон по этот планшет. Вот опять перекрестка с завязанным предметом. Только что видели элемент с завязанным предметом. Как-то, на мой взгляд, многовато. Марина, как вы считаете, вот перестроение геометрической фигуры, которую демонстрируют гимнастки, они более интересны при нечетном количестве гимнасток или как раньше, например, когда выступали 6 гимнасток? Вы знаете, очень долгое время мне нравилось больше выступление 6 гимнасток, но настолько сейчас, в первую очередь благодаря нашей команде, я считаю, повысился динамизм в композициях, такая скорость, такое перемещение по площадке, что может быть и 6 гимнасток. Прекрасные рисунки.